Нарубил, пока вас искал. Да, нарубил. Да, ну. Есть у кого-нибудь эта аптечка? У меня кровотечение. Есть, есть, есть. Вот иди сюда, где ты? Так, вот я стою. Короче, гайз, сделайте кто-нибудь костер, надо будет пожарить еще эту курицу. Там надо где-то затихариться в спорах. Я около Клайда. Я бегу, держи, я держи аптечки. Там еще один труп, его надо залутать. А, он тебя стоит, когда второй труп. Так, я пока доски поделаю, ребят. Аккуратнее, не умираем, парни. Может, дальше пройдем? Зря, мне кажется, так рано остановились. Вы опа. Тут решили строиться, блядь? Не-не, тут это плохая идея строить. А нахуй вы тогда фундамент поставили? Эй, всем, реально, Андрей. Я не ставил ничего. Короче, не... минуту надо постоять, Клайд. Я доски делаю. Ты можешь ходить во время этого. Клайд, ты что ли строишь дом, блядь? Нет. Что происходит? А кто поставил? А, ну, видимо, Рейвен, но нахуя? Не, это не наш дом, ребят. Слышите, вроде... ребят, забейте, какая разница. Да. Мы просто сейчас пробежим. Андрей, ты можешь двигаться ко мне? Да, я двигаюсь, двигаюсь. Меню закрывай. Пойдем. Так и сделал. С топором кто-то за нами. Нет, это нет, все нормально. У меня сейчас очень много стрел, но... О, ребят, хорошо. Топоры в руки. Жаль, работаем. Радиация? Все это шум. Не, бро, нам, короче, сейчас надо... Нам не нужно оружие, нам нужно спрятаться и дом начать строить, чтобы закрыться. У нас Андрей крафтит, может построить. Где вообще Андрей? Я нормально, нормально. Ты идешь или что? Да, да, да. А, пойдем, он покажет нам какое-нибудь место. Подожди, ну а смысл разделяться, подожди. Дрюс, куда побежал? Я никуда не побежал. Андрей стоит вообще на месте, я рядом с ним. Чувак, вернись! Так, все, короче, там 3 минуты у меня крафта пошли. Кстати, можете пушки выкидывать нахуй же. А то че мы голые типы с пушками, ребят, ну что за дерьмо? Сейчас выкинем. Сейчас место найдем. Некоторые пушки нам по-честному достались, не с помощью чита. Читерская пушка только на нем. А читерские ресы мы выкинули, читерскую одежду я скинул тоже. Ой, стреляет кто-то по нам или что? Кто стреляет? Нет, это сзади кто-то стреляет, значит. Это кто? Наш? Это взрывается, это видишь, что? Там слева. Кто-то гранаты? Не знаю, что-то происходит. Это я тоже, по-моему. Ребят, знаешь. Давайте правее маленько возьмем, тут что-то радиат даже. Да, есть такое. Я вообще стрел очень много набрал, я сейчас... Слышь, этот читер считает смешным, как бы взрывать дерево. Андрей, еще не поздно вернуться, короче, в яму. Да, сервак, конечно, мне особо пиздатый выбрали. Нет, сервак-то что, сервак нормальный, просто в итоге они спалили сервак. Да мне кажется, нет, мы, если так... что, сможем зайти просто на какой-нибудь другой сервак с нуля и все по фастику сделать. Ну этот, кстати, тоже, да, и они очень долго, на самом деле, искали. Нет, стоп! Плюс я еще в скайпе кое-что напишу, это и вот они... Это... Слышь, а ты кидаешь это говно, Кайл, и, блядь, я спалил тебя. Чем ты кидался? У меня ничего нет. Че ты сейчас ты... Клайд кидал. Клайд, 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 блядь. Волк бежит, волк бежит, волк бежит. Черный волк, ребят, черный волк, отойдите. А кто там еще прибежал? Что происходит? Вы... Клайд, ты кидал гранат, я стопудово видел. Клайд умер? Я живой. Нет. А кто? А что это такое? Кто умер? Это Пифа убили? Пифа убили, да? Да, Пифа убили. А, ну все. Бежим дальше. Факел возьму его. Факел. Ну вот, нычек, кстати, да. Ребят, я олимпийский огонь несу, если что. Кстати, не может реально... Недалеко от завода можем спускаться, фармить и, блять, можем повыше немного. Че? Короче, смотри, Андрей. Ты сейчас планки, да, делаешь, все правильно? Да. Смотри, один квадрат может содержать одну ячейку. Хрень. Угу. Вот, кровать, лестницу. Вот кто... Клайд, блять, хватит динамит кидать, заебал. Не динамит, это фонарик. Тут еще не наш этот нос какой-то. О, он... о, ребят, ребят, возьму его. Блять, что с ним происходит? Смотри, какой, блять, гони его, блять. Чувак, а как ты сделал? Ты гони его опять на гору. Ты как-то его пнул, можешь еще повторить это? Ребят, смотрите, а у вас тоже вот эта херня показывает? Не-не-не-не-не, у меня это пидор сполз.
А вы не хотите избавиться от назойливого внимания его? Слышь, Андрей, я, мне кажется, видел это охуенное место уже один раз. Мне кажется, мы потом будем заблуждаться. Сейчас. Бля, включу пока картинку. А, все равно же Дред стримит, он не будет заморачиваться. Здесь, хорошо. Так, слышь, короче, смотри, я предлагаю тебе 6 фундаментов поставить. 6 фундаментов. Да. Хорошо, сейчас сделаем 6 фундаментов. Либо поставить 2 фундамента и сразу вторые этажи хуя. Или... Короче, это на 3 минуты делает у крафта фундаментов. Давайте 6, я выкину, короче... Не-не-не, нельзя так. Там, короче, фишка в том, что на свои стены только... А... Не убивай, там такие выстрелы. Да-да-да, я слышу. Мэтт, мудилы, шлёп. Отшлёпнул, да, нормально. Вон ещё кто-то бежит, давай. Школьника убили, блядь. Он скатился, блядь. Попаду, ребят, видите, далеко, смотри, бежит, на скалах стоит. Стреляю. А, да-да-да, вон, за километр. Нет, не надо. Ну вы, блядь, просто... Рубин Леголасы, я не знаю как. Такие промахи на 8 метров. О, он справа бегает. Надо уничтожить свои пушки, эти читерские, потом пойти на заводе поискать. Нам сейчас дом надо построить, закрыться там, короче, все. Главное сделать респот кэмп. Больше на самом деле вообще ничего не нужно. А, кстати, а тканей-то. О, у меня 54 или 34. У меня всего 6. Я вам скину, то есть я сейчас себе сделаю. А нет, у меня не 6, у меня 20 ткани. Sleeping bag, да? Мы с вами 2,5 часа, короче, друг друга искали и построили наконец-таки дом. Да мы еще не построили, слышите, да? Да, я сейчас строю его. Я тебе честно скажу, Клэд, это только начало, блядь, стройки тут. Вот нас в прошлый раз убили, когда у нас крыши не было, и это было очень, блядь, обидно. То есть мы уже построили дом, чувак, осталось крышу поставить. Нам, чтобы тут респиться, надо sleeping bag, да, поставить? А как всегда респится? По 2, по 3, говорит. Вначале в доме по одному поставим, как бы. Будем сидеть просто потом. Дать. А что нужно, чтобы его скрафтить? Sleeping bag, 15 тканей, прям третий сверху, короче. Я тебе вот один. Каждый себе крафтит или... Ну я скипом ткани, да. У меня конечно, есть... Не, они, видимо, именные. Ты респаешься в своем sleeping bag. Не-не, Илья. Я почти уверен на 90%, что тот, кто подставил слепинга, того он и есть. Ну, я и говорю, они именные, то есть... Нет, просто их сделать и передать тебе без проблем. Но кто поставил... Да, крафтить-то похуй кто, я просто про то, что если ты вот расположил его, то только ты в нем и респаешься. Нет, тут вообще понятия пати и клан нету, мы объединиться не можем никак. Насколько я понимаю, или можем? Ну, только с писками... Нет, а вдруг тут реально есть какой-то пати-мод? Слышь, я сделал sleeping bag, короче. Да нет, навряд ли есть. Где делать этот sleeping bag? Комнату взять. Третий свитку в крафт. А, все, вижу. Я чайку налью, ребят. Я могу 6 штук сделать. 4 пока что поставлю на бак. Мне кажется, это Жора, кстати, бегает в красный, блядь. Рубахи голос больно похож. Он же любит в раст погамать. Причем он не развивается, а тупо бегает голым и камнем все хуярит. Не-не-не-не-не, я про чувака в красном, который стегает и помогает нам и выстегивает школьников. Я так и не успел прочесть его ник там. Че, Андрей, ставится уже? Кстати, ребята, еще когда зомби убиваешь, из них рецепты дропаются и можно научиться что-нибудь новое делать. Ну да, мы какие-то темы, из них вообще много еще может упасть. Че, Андрей, как там успехи? Микрофон включить. В натуре, еще 2 минуты. Слушайте, это я могу, получается, крафтить и стрелять даже одновременно. Да. Ну, медленно ты бегать будешь. А можешь ли ты слышь, крафтить? Слышь, давай кто дальше стрельнет, ребят. Давайте вот кто дальше. Слушай, все, выкидывай дробаш уже, это несерьезно. Вон, смотри, я стрельнул, нормально? Куда? Стрелить. Ну-ка еще раз. Смотрите, первый пошел. Лучник. Писки игры, летний. Давай. Так мы не видим, где оно упало даже. В смысле? Сейчас, кстати, прилетит, увидишь.
Давайте я встану снизу, а вы будете стрелять в меня, и я скажу, что... Слышь, а давайте реально... Не-не-не, стойте, стойте, реально говорю. Стойте. Илья, стой, стой. Не-не-не-не-не. Подожди секунду, может как с бутылкой? Давай я встрельну тебя в голову, она ж не, лук вроде не убивает. Да я не умру с одного раза в этом. Ну, так зато в голове у тебя стрела будет. Погодите, просто на целкость на вашу. Блять, а вы на каком стоите? Да рано еще, погодите. Да нормально. Дебилы, рано. Все, вот, короче, я к этому дереву встал. Яблоко. Погодите, не стреляйте пока. Короче, первым стреляет Кейк, давай. Мимо, блять, теперь Дред. Промазал. Кто там следующий? Кейк. Мимо. Привет. Так. Привет. Мимо. О, это вообще... Ну, всё, просвистел рядом. Тебе. По-моему, тоже, да, пару. А, нет, слышишь? Тут оп, алло, немножко промазал. Вот это очень близко. Да-да-да, сейчас я... Минус пев. Ну это уже вообще рядышком. Блин, я твои с пистолета. Так, сейчас, лови, Илья. Глаз, давай. Правый. Нет, в левый. Ну-ну-ну-ну-ну. Опа. Кейку голова встрелил. Сейчас почти как в фильме Робин Худ. Сзади лучник. Слушайте, они походу сквозь меня проходят. Тут дальность есть какая-то определенная. Наверху он, да, за ящиками? Да-да-да, за ящиками там. Вы можете... Ой, он прыгнул, он умер. Можете перестать меня стрелять. Слышь, я чувствую, у нас с домом проблемы возникли. Ребят, я... нормально. Да они везде возникли. Серьезно говорю, есть дальность. Так, короче, у меня скрафтилось, по-моему, уже, да. Спроси у этого мужика, есть ли у лука дальность поражения атаки. Да похер. Ну это же интересно, это любопытно. Мне лучше... Иди ли я посмотри на это, залезь на скалу, ты где? Вот, где мы стояли с Андреем. Так, короче, ребята, вот ставлю фундаменты. Смотри, Андрей, очень тщательно подойди к этому, потому что они на раз и навсегда. Там на кто-то навсегда. Подкрадывается. Шесть, сразу примерь, где-то шесть, как вот ты их будешь ставить, ты их шесть сделал? Да. Тут полк лежит мертвый, не зафармленный. Ставь, короче. О, трава выросла, прикольно. Это короче, ты, они тут коряво ставятся очень, на самом деле, я вам так скажу. Главное, чтобы они стыковались шесть друг к другу, неважно, квадратом, кубом, или там вообще какой-то из лего там, деталь. Главное, чтобы они состыковались. Всё. Короче, вот как-то вот так поставлю. Хорош. Вот так. Так. Ага, дальше Габелла, ну ладно. Он ну, направо тогда уходит. Можно в ряд ставить. Так. Ребят, я нашел бесконечного волка, а нет, он закончился. Я из него, блядь, почти 20 клозов, да? Вы в курсе, что у нас будет очень плохой дом? Не, ладно, нормально, мы просто его ввысь построим. Теперь смотри, теперь надо тебе, знаешь, что? Я могу еще одну вот сюда поставить. Давай ставь, конечно, если можешь впритык, ставь. Вот, будет круто. Все, смотри теперь тебе, что надо сделать. Тебе надо тебе поставить, как они называются, wood pillar. Теперь тебе их надо поставить на каждый угол. Раз, два, так, раз, короче, два. Блять, Титаник, что ли, строите раз, какой-то? Два, штук 10 сделаю, я думаю. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Больше на автобус похоже. Короче, 15 сделаю. Я уверен, что там за камнем ты сможешь поставить. Не, 15 надо, 10 сначала. Нам может не хватить, у нас дерева мало довольно, кстати. Да ну, у нас до хуища дерево. Я пока планки, кстати, буду делать, я тебе скину их. Слушайте, почему еще пушка у кого-то есть? Что за хуйня? Я буду сейчас из лука стрелять по тебе. Лайт стоит. Ногу Клайда, блядь, сейчас стрельну. Оп, и камень такой, я с камнем, ребят, с камнем. Все, я, блядь, в ногу ему стреляю. А, у меня нет стрел, блядь. Я все израсходовал на Илюху. Андрей, а эту хрень давай кинем вот сюда. Клайд, дай мне дробовик, я пойду его уничтожу. Клайд, дай мне дробовик, я пойду его уничтожу. Только побегай, побегай. А кто его подобрал? Стрела в колени. Кто подобрал? Ты на меня? Кто подобрал дробовик? Давайте я его отнесу куда-нибудь и выкину. Давай мы с тебя из дробовика будем повыстрелить. Отлично, ребят, не стреляйте больше, я и так почти мертвый. Кик. У тебя в голове стрела. Блять, у меня блидинг теперь. Ну, тут ебанаты, блять. Последнюю аптечку пришлось схавать. Да, еще одну новую, вот я выложу. Спасибо. На всякий случай. Урод. Я таких шуток не понимаю. Так, прямо. У меня скрафтилось. Так, на каждый угол просто ставь.
и потом вудвол делай. Я надеюсь, мы сможем подставить там стену, потому что выглядит, как будто нет. Чувак вроде... Ну эти планки сначала, по-моему, надо поставить, а потом... Да-да-да, сейчас он вот каждый угол ставит. О, хорош. Ты там промазал, молясь. Нормально. Там они, мало вариантов. Ими нельзя, по-моему, промазать. Да-да, они только на углы. Ой, ребят, чувствую, отель откроем. А, слышишь, я в натуре план, промазал, план, здесь еще можно тут отъебануть. Здесь план, не-не-не. Что это? Прыгаю, здесь планку не поставил. Где? В камне. В камне нельзя. Точно нельзя, там должна быть планка. Ну, одну можно поставить, но только вот по центру этой хуйни. Нет, не надо. Надо, можно запороть. Так, дальше что, стены, говоришь? Одну дверь, слышь, а третью зачем ты поставил? В смысле? Пускай, да, можно сломать ее, давай, усилиями. Ладно, пока, не. Да давай, давай, давай. Все парни навалились топорами. А тут можно будет пройти и стену не поставить, как. Вот здесь вот. А почему вы не эту ломаете, вот эту вот? Она уродливая, как никчемный близнец зародыш. Вообще-то, блядь, архитектура, это не архитектура, а дизайн. Это явно не твое, кто меня бьет и на кой черт? Вы просто заебали меня бить. Разведите костер кто-нибудь, бесполезные, блядь, люди, нахуй. Балки не ломаются, говорят. И все, отмена, парни, ее нельзя сломать. Так, что, у меня есть wood doorway? Одну деревянную дверь и стены. По центру прям, хуякс. И стены у меня тоже, кстати говоря, есть, тут их мне их скинул. Илья, отойди влево резко. А, все, ладно, он пробил. Отойди влево резко, Илья. Так. Блять, он меня лук отпустил в этот момент, что за... Блять, я не могу поставить сюда теперь стену из этой балки ссаной. Так, ладно, у нас будет такой необычный дом. Это мое дизайнерское мнение. А, я тут думаю, почему у нас 5? Пеп, привет. Я бегаю за ним, вы помогли. У него мало хп, я уже раза 3 по нему попал. Давай, лови его там, я тут. Ой, а тут... А, нет, он тут пропрыгнул, слышишь? Ну так я и говорю... У нас там дыра теперь будет. Кто-то по мне ебанул случайно. Или не случайно. Короче, слышите, вот здесь вот... К сожалению, нельзя сломать эту балку ссаную. Блин, ну... Я не могу поставить здесь стену из-за этого. Мне еще подлагивает так, очень вовремя. В чате кто-то скажет, что с этим теперь сделать нужно. Можно вот здесь вот стену поставить и вообще забить. Можно типа, да, вот тут вот здесь тогда стену отгородить тогда и все. Где? Ну типа вот здесь. Да-да-да. А здесь нельзя. Если стоит здесь этот сраный фундамент, то уже никуда не поставить стену. Нет, вот должно здесь. Вот, а, вот, ну вот, знаешь, что? Тут вы вот здесь вот поставите, я вот стою. Я могу вот сюда поставить стену, все, на этом все. Вот, где я стою, смотри, отпрыгаю, прыгаю, видишь где? Где? Вот я прыгаю. Ну, я говорю, сюда нельзя поставить. Здесь можно поставить дурвей и закрыть дверь еще вот. А, ну все, так и сделаем. Ну и дом, уродство, а, нет, кишка какая-то. Дурвей нельзя поставить сюда. Боже, почему дурвей-то не... Блин, А, вот смотри, вот сюда можно, как ни странно. А, во, можно, можно. О! Может, и стену можно, может, ты сейчас... А, все, теперь тогда тебе придется две двери... Слушай, да, может, тогда и сюда вгибать тогда? Да-да-да, давай, сейчас здесь ладно, будет. Тогда на второй этаж упор сделаем. Упор на второй этаж делаем, все. Тогда нам тогда вот здесь лестница нужна. Так, надо двери, поставил? Дверей наделать, ребят, дверей. А кто мешок поставил уже сюда? Забрал. Все, не ставь пока, подожди, нам тут... Слышите, будет. А как поставить дверь? Ну, ты ее делай, wooden door. Тут нету такого. В самом верху, пятая сверху, короче. Пятое, wooden door в натуре. Слушайте, нужно 30 дерева, у меня нет столько. Его спросите. Нам надо 3 дерева, 90 дерева, ребят, надо. Слушайте, идите добывайте возьми дерево. Планки возьми, вон, я чуть-чуть есть планки. Пойду. Ну-ка, иди дерево добывай, блядь. Тоже пойду. Нахер, блядь, я опять умру, у меня оружие нет. Давайте, блядь, идите дерево добывайте. Это обычная одежда, которую я только что скрафтил. На стриме. Бля, ну и уродство у нас получается. Да нормальный дом, чего вы пиздите? Я тебе говорю, это, блядь, общага кривая. Так, как там потолок делать? Не знаю.
целинг. Wooden door, wooden shatter. А, ну вот, целинг, да. В итоге 3 надо. Рейвен, мне по дефе лучше подойди потом. Вниз спустились, да? Да, я нашел уже 100 еще. Сколько вам надо? Нам 3 двери минимум надо, и много дерева еще. Надо? Там какой-то голый парень убегает. Как ты уже 100 дерева успел найти? Да, две пачки этого говна. Да, 5 пеп. Ой, его зомби сейчас... Да, да. Нам придется этажа 3 строить, чтобы это адекватно. Короче, мы сделаем отличный дом, ребят. Это я вам обещаю, как отличный дом. Зомби, зомби, вады убей. Слышь, Андрей, а что вот с этой дырой? А, ну мы это закроем тебе. Вады убей, зомби. Блядь. А, так мы там просто. А, нет, там же палку нельзя поставить. Да. Так, это что здесь скинули? Это читер какой-то. P250. Я его убью, он не умирает. А, не умер. Чё-то накидали тут, короче. Клад, чё там выпало? Слышь, Андрей, строй дом. Чё тут стреляешь? У меня строится. Надо костер развести, слышишь? Чего тебе? Так я всё дерево, тебе я... Нет. А зачем нам костер вообще? Пожарить. Слышно, слышно. Смотри, чё выпало. Пожрать? Так у меня пожарить, есть... пожарить. У меня мало осталось. А, у меня, кстати, 26 ладно. Настоящего мяса надо. Пульская, что ли? Ага. Спасибо, чувак. Ты пожаришь, да? Стой, Андрей, на закинь. Но я пошли, тебя боюсь, как и всех, блять, в этой игре, тебя, поэтому Андрей, я съебываю. Где, где, где? Что за деревом? Ты этого пожарить? Сейчас пожарю, подожди. Лучше не иди туда, там куча психов, которые тебя сразу захуярят. Ты себе много растет. А, ну тогда тебе должно быть похуй. Я принес немножко дерева, ребят. Да не со мной он, убейте его нахуй. Пиздить его, никого я не звал. Не знал, что у тебя свои друзья есть. Да вот заепиздошь этого голову пидора, это не мой друг. Я что-то уже лучше попадаю, уже 5 раз подряд по нему. Я умер. Кто соберет мое дерево? А как ты снизу сдох? Парень с револьвером. У кого иди, где дерево? Нам идет или что? Я тебя сейчас выкину, смотри. Вот, немножко нашел. Слушай, нормально, заебись. Слышь, мне кажется, если я мру, я никогда это место не найду. Да, я, пожалуй, что-то... Нам надо быстрее мешки, короче. Но у нас Рейвен дефает, так что у нас уже есть шанс, блять, нам надо... Да, нам надо быстро построить, закрыться дверьми и уже внутри мешки обустроить и все. Слышь, я тоже пока кровать... Я убираю, да, можно в любой момент? Кто я поставил? Клай, ты? Что, сколько там нас? Да. В любой момент его можно убирать, 30 да? Клозов надо нас бэкать, 25 я забыл. 15, по-моему. 15 всего. А, 15. Тогда вот, слушай, все, я свой поставлю. Ладно, ставим и... А, стоп, нам надо было их сюда кинуть, там лестница вот здесь должна быть, правильно? Потому что тут лестницу не поставить прям перед дверью. Не поставить. Бред, давай мы я тебе куртку дам, зомби, из зомби выпало. Куртку? Ну давай куртку. Он валяется. Можно его надеть? А вы убили парня с револьвером, который под вами бегал и меня убил? Не думаю. А меня спиздили куртку, кстати говоря. Хорошо. Окей, okay, красава. Да ты штаны. Ты что, в Диабло со мной играл? А, ну вообще да. Штаны. Я бы тоже не отказался в Диабло поиграть. Я Андрей выкинул потом. Вон валяется, трюс. Андрей, закрой сейчас. Дверьми нас, чтобы мы подождите. Уже... Опа! О, хорош! Стой! Стой, 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 стой! Чего? Не закрывай! Почему? А лестницу-то как? Или мы будем в двух стенах что-то? Комната. А, ты хочешь лестницу въебануть сюда? Не, ну а мы вот в двух комнатах будем. Ну, в принципе, закрывай. Ты второй этаж хочешь сделать? Он не хочет второй этаж. Не, я бы второй этаж сделал. А, ну давайте проход за второй этаж здесь быстрее, сделаем. Быстрее куртку заберите. Ну тогда вот тогда забер. Куртку, во-первых, подними, и тогда давайте это кровати так в эту сторону. Блять. Ребят. Он опять обманывает вас. Да это какой-то голый чувак, который говорит, что он мой друг, но у меня нет такого друга. Давай тогда, Андрей, мешки вот сюда тогда ложим, а где Андрей не закрыл, тут лестницу он стоит. Мешки переложите, ребят. Сюда вот так. Сейчас заберу. И на втором, ну просто нам нужен второй этаж по-любому. Мы, блин, впятером, в двух стенах. Очень не очень. Я мешок забрал. А мне нравится. Не можешь, да, лестницу поставить на мешок? Yep. Кстати, а классная куртка. Слышь, мужик, куртку дашь? И писюн как бы лучше смотрится теперь. Писюн лучше? Да, теперь ты такой, намного лучше.
Она реально подходит к твоему лицу. Отлично. Так, слышишь? Я, наверное, вот так поставлю, чтобы, блядь, ногами тебе прям в ебало ткнуть. Вот. Вот. Вот так вот, заебись. Кто будет спать здесь, там не очень комфортно будет мои ноги нюхать. Три двери надо, да, и лестница. Так, да, двери сейчас сделаю сначала. Давай, я пошел, мне надо костер внутри развести. То есть, двери лучше ставить кому-то одному, то есть только он их может открывать. Да-да-да, Андрей все и ставит, мы ему все и отдаем. А, только он будет дверь открывать, закрывать, окей. Ну, да-да, Андрей только сможет открыть и закрыть дверь сразу. Потом металлическую надо будет сделать дверь. Ну, это под... Что у нас, Андрей, на все ресурсы хватает? Выкинь да. Простых денежек. Слышь, простых чуть-чуть совсем, штук 10. Сколько? Штук 10. Есть? 10? Да. Вот столько, я заебался. Держите дерево, добыл. Ой, Андрей, какой ты щедрый. Вот 96 дерев. Давай, я сейчас их костер сделаю, планки. Там бегают голыши по округе. Короче, смотрите, у нас теперь будет рез, я так понимаю, здесь. И мы можем, в принципе, закрыть все, выйти и пойти на охоту все вместе. Ночью. Ну, я так планировал. Можно ночью, да. Неожиданно. Не, ночью больше зомби, по-моему, и прочего дерьма. Я поднём... Что, нормально пойдем. Я бы вот дропать пошел бы этот склад, зомби и там наверняка хорошо, бы набрали хорошее зомби оружие. Зомби можно убить спокойно. Слышь, короче, от дороги отбежали, смотри, и сразу народ меньше, уменьшилось. Ух, слышь, а чего мешка нету? Есть моя, Андрея. Я еще не ставил свой. Да? Я еще свой не ставил. Я не знаю, где мне хочется спать. Слышь, а мне есть хуже, что-то хуже надо сделать. В смысле, где свой ставить? А что это за отстойники вот тут поставили? 4 штуки. Не знаю, а кто это поставил? Это типа лут там хранить можно, но я не знаю, кто это поставил. Я понял. Так, дверь. Я вот поставил мешок. Нет, Илья, здесь лестница. Убирай. Блять, заебали, мне нравилось. Вот, ко всем в кучу, блин. Не хочу, на секс. Ну так как мешки лежат. Ну а хуль ты хотел, блин? Потом сделаем кровати, когда будет ресурс. Я вот тут вот так, наверное. Все, хорош. Ой-ой-ой, как хорошо, что мы за дверью. А у нас крыши нет, она запрыгнет. Сейчас Андрей тут лестницу поставит, и мы будем на второй этаж. А-а-а. Так, надо лестницу еще нужно, да? Да. Посмотрим, ступеньки делаю, я не знаю, только пойдут они наверх как-то там по-хитрому или нет. Стейрс, да, ты делаешь? Да. А, тут дверь. Да-да, пойдут нормально. Под них подползать придется, но это норм. Что-то классно происходит. Я и знать-то не хочу, что там на улице. Ребят, смотрите, как уютно сейчас тут будет. Оп, так вот. Чё это за мешки, блядь, лежат, вот эти четыре? Это мы тут спать. Нет, вот какие-то. А, это кто-то поставил, я не знаю, мне хранить шмотки, по-моему. Хорош! Так, теперь нам надо, получается, вот здесь вол поставить, да, Андрей, можно? И тоже стену закрыть. Ты уверен, что тут можно вол поставить? Что? Стену, вол, короче, стену поставить можно тут точно? А может, три этажа сделаем? На планке опять. А может, 15? Давайте, слышите, давайте реально сделаем огромный дом просто, нахуй. Ну, нам надо очень много дерева. И очень много времени. Плюс, деревянный дом, я так понимаю, как-то можно сломать легко, а железный, что-то там, что-то. Короче, слышите, вы тоже, может быть, можете делать это дерьмо, потому что это пиздец, как долго всё делается. Можем, мы тебе выкидывать, все правильно. Открой дверь, пожалуйста, Андрей, спустись вниз, открой дверь. Правую. Тебя. Какую правую? Ну, когда ты с лестницы, ага, всё. Что, заходим и закрывай дверь, закрывай там. Там стиком, Аллах Акбар, как придурок пришел. Меня кто-то ебанул немного. Ну и потом тоже ебают после этого. Ну, короче, Андрей, что тебе сделать? Скажи, что сделать? О, волк пошел. Фарм. Дрюс, здесь этот валяется. Волка. Лестница еще одна. Лестница? Хорошо. Что тебе сделать? Короче, делайте стены еще. Стены, сколько сделать? Да хуя стен нам надо. Балки? Это кто-то другой. Я балки сделаю. Да, у меня, кстати, еще есть балки, пойду их поставлю. Открой дверь, пожалуйста. И закрой сразу за нами. Закрой ее, закрой. Какая хуйня игра, ей-богу. Ну, как-то повеселее, чем DayZ. Естественно, тут можно строить стены. Тут Трейвин по соседству тоже какое-то дерьмо замутил.
Где, чё? Слева там внизу построил свою халупу. Дред, ну смотри, валяется же. План, похуй, на нас. Где? Так, планки. Уже дом, хуй. Бах, блин. Слышите, из этих, из wooden planks сделайте дерьмо всякое. Я делаю стены, делаю, крафчу. Я вон так, скинул, ладно, еще. Я, наверное, схожу. А, уже ночь наступает. Не, не пойду уже тогда. Хотел еще лес в поиске. Не, можно. Стены делать? Да-да-да, walls. То есть нам вот тут стены. Делаю. Можно еще. А, нет, еще одну лестницу можно вот здесь только, наверное, поставить. Не, мы еще поставим, ну, вот на другой стороне лестницы и сделаем просто многоэтажку себе. Многоквартирный дом. Блин, снизу как-то вот мне не нравится то, что как-то странно. Будет общежитие, короче. Коряво, да. Ну первый дом. В итоге все равно у нас железный дом стоит. Не, вот это пространство, почему там Дарвей сделали, а тут. Я вот этого не пойму. Ну, дизайнерское решение. Вот... Что тебе? Прихожая, прихожая. Как это, блядь, Андрей, отхожая. Выкидываю дверь, под тебя выкину. Да, все нормально, у нас есть две веранды, нахуй, вот на первом этаже. Не, не то чтобы я какой-то критикан или нытик, я-то вообще ничего для этого не сделал. Так, о, стены, заебись. Кстати, можно окна сделать? Потому что окно, ну, там, стену с окном там как-то есть. А, или оно отдельно делается? Так, какого хуя сюда не могу стену поставить? Так, я стены сделал. Кстати, реально как таджикский рабочий. Трюк, смотри, валяется. В оранжевом комбинезоне. Слышь, давай, тут где у нас лестница будет? Где костер можно поставить? А какого хуя его прям на лестнице поставить? Бля, вот, а, вот сюда можно. Дед, там сказали, как балку можно убрать. Slash remove в чат написать и ударить по ней. Сейчас посмотрим. А мы уже там стену поставили, нам уже без разницы. Мы сделаем все как надо. Уберем стену потом, что ли? Не, ни хрена, нас наебали. Слышь, может из-за того, что ты чат отключил? Работает. Нас пытается наебать сейчас много чего. Хотя нет, Вада пишет, вот, наверное. Чё пишет так, Вада? Нет, это миллион человек в чате. Наспамило. Ну, я слышь, думал... ремук, а можешь в консоли слэш ремов надо написать? Да, попробуем в консоли. Хотя слэш тогда зачем, если это в консоли? Да. Может не на всех серверах работает. Не, не должно. Там и Unstack у вас не работал на этом сервере. Да, Unstack-то что должен сделать? Нас из ямы был вытащить? Да, скорее всего. Во всех играх Unstack работает так примерно. Бля, не, что-то я очень нет. Спать хочу, просто вырубаясь на ходу, но мне так хочется посмотреть на этот сраный дом. Он просто проклятый старый. Отвратительный. В смысле? Нормальный дом. О, не... О, я тоже мешок перенесу вот сюда. Пожалуйста. Костер, снаружи... этот огонь в доме, это заебись. Нет, снаружи это просто как сталинский барак какой-то на Колыме. Вот, ну просто без окон, блять, с одной двери. О, я вот себе тоже мешок сюда. Я настолько жирный, что едва пролезаю. Так, слышите, какая-то здесь очень есть проблема, то что я не могу вот сюда поставить стену. Мне кажется, теперь. Это из-за балки. А это что за 4 балки поставил? А, в натуре это из-за сраной это балки, наверное. Это чувак Рейвена. Блин, слышь, значит нам... А закрой тогда с этой стороны хотя бы пока. О, во, закрывается. Все, хорош. И здесь закрывается. Так получается, что нижний, верхний этаж у нас получился на 20% больше, чем верхний, точнее, получился больше, ну, да, чем нижний. Ну, так и делают, как бы. Можно вообще сделать однослотный первый этаж. Да. Так, короче, слышите, нужны стены. Слышь, Андрей, потолок. А можешь спуститься, закрыть дверь, пожалуйста. Блять, да вы заебали, слышите? Закройте сами дверь. Не можем. Не, мы не можем, это твой дом считается, ты же его построил. Закрой ее и давай тусоваться, тут болтка. Будем сидеть в огне. А ты зачем ты что-то поставил? Мы больше не будем? А, слышь, блять. Я надеюсь, да. Можно еще одну лестницу там будет поставить. Но у меня с другой стороны... А, сос... да, можно, можно. Вот если вот здесь вход будет, лестницу можно будет, я уверен. Уже было так. А, в натуре, видел. Конечно, можно. Но к нам тогда в дом сейчас можно запрыгнуть, если... Не-не-не, никак, я пробовал. Хочешь, я запрыгну? Изи. Если я запрыгну... А, двери открыть надо только. Нет, ты не запрыгнешь, Илья. Запрыгну. А чё? Да. А чё спорим? Давай поспорим на то, что... И... Короче, ну, если я выйду, играть так, вон, без первого... Я опять лагаю. Я вот что-то бормочешь, но если двери откроют, я попробую. Нет, я готов с тобой поспорить, короче, такое чё. Блин, ну крафтится здесь как-то все нереально долго, конечно.
Я думаю, что мы все равно на этом серваке играть не будем дальше, так что я думаю, что можно поставить все-таки эту крышу. Не, ну да. Я бы на самом деле с кайфом бы начал все заново просто-напросто. Вот прям так, ключу. Чтобы по фасту, пока еще народ не знал, на каком мы сервере, мы бы успели бы за первое время все там сделать, найтиться и так без далее. Без читеров, без каких-то стволов, непонятно. Это интересно. Закрывай крышу, короче, полностью. Хочется уже полностью, чтобы дом был. Отстреливаться с луков, от нападающих, с шотганами. А еще лестницу не надо закрывать здесь. Я сделаю лестницу, но у меня пока дерева мало. Нужно на охоту идти. Ну мы утром пойдем. Давайте ночью не будем никуда идти. Сейчас костра погреемся до утра. Ну сколько, этажей 20, наверное, надо сделать. Гостиницу ебанем. Так, чтобы весь остров было видно. Ну боюсь, нам могут разъебать. А как могут разъебать дом? Ну, я видел, металлические дома С4 вышибают. Ставят на, ну, на стену и ломают. И грабят его. То есть, как бы полностью они его вряд ли сломают, но разгрябят, типа. Че, можешь сесть вокруг костра и истории травить какие-нибудь страшные? Давай, короче, однажды в черном-черном лесу, черный-черный негр. Вот эти вот 4 мудака с топорами. Убил без пасюна. С писюнами, смотрящими друг на друга. Слышите, какого хуя в моем доме у кого-то оружие, блять? Ну-ка выкинь нахуй. Или, сейчас я все сделаю. Андрей, все как надо сейчас будет. Он сейчас умрет, ребят, у него там 20 хп после этого ебка осталось. Слышь, а у кого-то есть это, костер, дровишек подкинуть? Есть немножко. Скинь, Андрей, штук 9 у того. У меня 3 дровишки, я подкинул все. Нет, а зачем второй поставить? 2 костра, пионерский лагерь. Давай один выключим. А, слышите? Так на лестницу даже хватило на еще. Там же в каком-то костре еще мясо у меня готовилось, оно сгорело, наверное, все уже. Не, нормально. Да, кстати, пожрать надо. Оно на улице было, да? Слушай, я тебя тоже там закину маленько. Че-то как-то все слишком уютно и хорошо в этой жизни. Мне только дыра не нравится в потолке, ну хер с ним. Да тебе щепчик что-то, блядь, не нравится. Это романтика на звезды, лежишь такой на звезды, смотришь. Что-то... Ну давай ляжем тогда, Клайд, вместе с тобой, а вы идите на первый этаж. Что там, мясо не нашел? Это должно быть, его не мог забрать. Да его кто-то спиздил, Клайд, походу. Ты тут? Да, я здесь. Слышь? Давай, короче. Там много мяса было. Иди забери. Подходи. Да, тогда, вот, кстати, я смотрю, оно было. Ребят, оно было в костре, сейчас оно нигде, нигде его не было. Иди. Что вы хотите сделать? Пососаться? Под звездами пойти, да. Да, всё, пососаться. Отлично. Давай, я раздеваюсь на слайд. Андрей, зачем ты это делал? А, ребят, тихо. Андрей с другом пришел с тобой. Ты что притащил? У нас тут это, вечеринка, блин. Извини. А, и понял, все, 1-1. Давай, внизу лови, а я вот... Соло ему нравится. Слышите, вот из лука дичь зашла. Дичь. Откройте дверь, чтобы он вылетел, как муха, мне кажется. Повьется и вылетит. Давайте попробуем. Ну-ка. Открыл, ребят. Давай, сейчас он появится. Сейчас, мне кажется, еще мух только летит на костюм. Вон он сзади тебя. А, все, он сдох, открывай. Ну и у нас теперь дохлый, блядь, голый мужик в доме. Илья, почему ты голый? Целует свой мускул. Слышь, а почему ты голый, я что-то понимаю? Да мы с Клайдом хотели наедине остаться. Уходите, короче, блин. Пойдем на первый этаж, в мешках. Сори, ребят. Да. Андрей, давай в прятки играть, найдешь меня? Я нашел тебя уже. Ладно, мне все настроение. Смотри, нашел, осалил. А, не попал. Я в комфорте, ты не попал. А давай ты будешь бегать, и я в тебя стрелять, как тебе такая игра. Давай, попробуй. Стрейфись. Слышь, тихо. 37 хп осталось. Да нормально, он не убивает, смотри, в пупке. Да, прям торчит. Слышь, а давайте в писюн попробуем запихнуть стрелу. Ну-ка, у кого хп полное? У меня, ща, я штаны сниму, только подальше стреляют, а вдруг тут дамаг от расстояния. Давайте. Сейчас, это, давайте. Слышите? Сейчас. Итак, я Джонни Ноксвилл, сегодня мы стреляем в писюн из лука. Хорошо. Чувак! Он попал ему в лоб! Твою как же! Нет, какой-то ихать! Ты кто? Слышь, к нам запрыгнул, Андрей. Надо лестницу и там... Я тебе говорю, что сюда можно запрыгнуть. Я запрыгивал. Так, а я вроде делал лестницу. Во, у меня есть 2 лестницы. Чё ты там мне проспорил, блядь? Чё ты там мне проспорил? Нет, ты ещё не запрыгивал. Опа!
Погоди, у него сиськи, мне кажется, это женщина. Или нет? И чё, откуда он запрыгнул? С этой скалы, да. Нам надо тогда вот сейчас три бланки и опять стенами. Лестница еще стена. А поставь еще одну этот, лестницу. Да, сразу? На это же место, да, можно сразу на это же место лестницу точно так же поставить. Не, нельзя. А, балки же, балки 4 на периметр. Есть у тебя? Не, у меня на балке уже не осталось, к сожалению. Сейчас бежим искать, короче. Слышь, а нам надо закрыть как? Может кто-то залезет. А хотя бы, что он залезет? Что он мешки нашел пойдет? В натуре. Слышь, а у меня еды не так осталось. У меня есть еды, сейчас будем жарить на костре ее. Так вон, жарь. Кому еда нужна, я выкину. У меня есть 400. Кидай в костер или я закидываю в какой-нибудь. Так у меня нормальное мясо уже готово. Кто жрать хочет, я сейчас выкину. Идите Андрей, вниз. Мёртвый. Андрей, чувак, иди сюда. Андрей, чувак рассказывает кое-что. Спускайся на первый этаж. Подожди, вот. Подожди. Я выкинул. Вот мешок с готовой едой. Спасибо, Илюх. Да ладно, мне не жалко. Мне как раз еще 4. Андрей, спустись на первый этаж. Все, блядь. Очень много. Блять, что это за математика, нахуй? Давай, подогреваем. Сюда. Ты, у тебя яички мёрзнут. Но мы... Нормально, нормально. Я в костер закинул, пускай там жарится. Че, у нас всем курочка с яичками? Андрей, пойдем на первый этаж, иди сюда. На первый? Ну давай. Блять, ребята, одевайте штаны, надоело. Короче, реально. Вот как в костер зажимаешь, на Е зажми на дверь, попробуй. Именно расшарить, горят, можно как-то на Е зажав. Unlock, open door, change lock. New password. Пароль к двери, ребят. О, так давай пароли в скайпу. Ну-ка, сейчас. Только не 3-2-2 соло, а что-нибудь поинтереснее. Что-нибудь очень сложное, чего даже пик не догадается. Но и то, что запомнить можно. И, короче, можно тогда вот ко всем дверям пароли поставить и пойти это... Всем спокойно дрова рубить. А, нет, такое нельзя, там только числами. Слышь, это очень посложнее тут. Блять, сколько ж мы голышей найдем в своей хате, когда вернемся. Слышите, все на стриме видят пароль. Сейчас я экран выключу на секунду. А пока 3-минутная рекламная пауза. Этот урод хочет запрыгнуть. Я в него лука буду. Слышь ты, чё ты бегаешь сюда? Ну выйди, я тебя стрим. Я знаю, какой пароль. О, хороший. Я ему прям в глаз стрельнул, он выжил как. Все, ребят, я это, пароль поставил на дверь. Попробуй открыть. Так, а какой пароль-то? Ну, кладь, прям никто не догадается. Слышь, а пароль-то на стриме видно тоже? Не, не видно. Ну, а ну когда я ввожу его, видно. Что, мне каждый раз отрубать, что ли? Что за бред? Блин, неудобно. Ну, пускай Клайд и Вада открывают. Ну да, ладно. Мне бы до вас дойти. Слышь, вот везде нормальные эти звёзды. Не, не, неправильный пароль пишем. Да нихуя такого не может быть. The door is locked. У меня даже возможности нет пароля. На Е зажимаю ли я на них? Тоже нихера. Не, энтер-код появляется. Вон, Пав забежал. Пав побежал, ребят. Я уже смог. А, да. Опять к нам забежал Пав? Он сверху, ну, ребят. Ну, короче, работать, да? Да-да-да, Пав это тоже тут. Свет кончился. Меня не забейте тут, в общем, угаре. Это кто стреляет? Слышите, это не наш. Кто-то к нам запрыгнул, стреляет. Я ни хрена не... Кто меня хуярит, блядь? Стэн. Я включил свет, Стэн, давайте. Сейчас я умру, блядь. Все, пизда. Меня кто-то там хуярит. Я даже в кемпе не хочу воскрешаться, мне кажется, это приведет к тому, я что... Я он на крыше, он все, он спрыгнул вниз. Слышь, закройте надо... блядскую крышу, еще раз вас прошу. Нам что дерево нужно? Я его убил. Все, он сдох, Илюх, возвращайся в кемпе, посмотрим, как это работает. Да, я воскресился прям тут, на первом этаже. Ну, и, ну, кстати, моя палатка осталась. Да, тебе надо только время подождать, типа 30 секунд, чувак говорит. Нет, слышишь, одна палатка вроде как не это самое. В смысле 30 секунд?
Нет, вот мой мешок, я его вижу. Не-не, вот. остался. А, вы все свои мешки туда закинули, что ли? Нет, я свой туда один закинул. Нет, чувак сказал, что в одном можешь не успеть, потому что там задержка 30 секунд, что-то такое. То есть, если чё ствол его не берете и прочее дерьмо? А он на улице лежит, Андрей, открой дверь. А это чё за ресы лежат, чьи? Это я, мне надо перезайти. Андрей, открой дверь, я сейчас выпью. Кто не факел? Да, ладно. Я буду, короче, швейцаром. Ребят, у него много кирок было, мы все это берем как трофей или нет? Чего там у него? Кирки какие-то, штаны. Бери все, ну, это по-честному, мы его по-честному убили. В данном случае это честный лут. Ну забирайте. Чего? А опять от пеф, и он, короче, собрал дропа тоже. Дроп собрал, ну пусть дроп. Но он его взял с Клайда, который вырубился и уснул. Да что за идиот? А, это мой дроп. Он с меня все собрал, кроме одежды, ребят. Ребят, вы, блядь... 8 хп у него, парни, добиваем. В углу. 6 и... Дроп давай сюда, блядь. Слышь, ребят, тут так много лута, я, короче, не могу все собрать. Так как ты его пинаешь? Слышите, ребят, я, короче... по мне стреляют! Побился с пистолетом! Откройте дверь! Дайте войти! Открывай, открывай, подожди, брат! Сбежал, сбежал, я внутри! Тут не только ты внутри! Не-не, вот он, сбежал со мной! Я умер, я сейчас появлюсь! Он умер! Билет, вот его нога торчит в стене! О, я... Открой дверь, открой дверь! У меня ник поменялся, ребят! Слышите, зажгите камин! Блин, вообще нихера не видно! Бля, хватит меня лутать! Закройте дверь, пожалуйста! Блять, где он есть-то нахуй? Да вот он лежит, блять, дохлая. Утонуть его нельзя вот еще. Открой дверь, открой дверь, открой дверь. Да закройте дверь, они. Закрывайте, все, теперь закройте ее нахуй навсегда. Че за люди там в дом забегают, блять? Вот вы дом построили, я же вам говорил, блять. Дверь, они через. Нахуй вы не закрыли крышу. Нахер вам надо было строить 20 этажей говна. Ебан. Короче, мы поставим следующий этаж, и никто не сможет запрыгнуть сюда. Хуй ты там что уже поставишь, нас простреливают. Стену реально построить. Крышу построишь, хер покажет. Зачем крышу, ребят? Ну блин, ты видишь, что происходит? Нет, так мы смотри, слышь, мы поставим... меня лутать, Клайд, я говорю, да я свой... Мы поставим следующий этаж, и никто не сможет туда уже запрыгнуть. Блять, столько... Все, я отъехал. Ух, ебать, обстрел, блять. Кейк убил вас, используя топор. Спасибо, Кейк. Зачем? Ты можешь обратно возвратиться тут сейчас? Пихло тут. Нет, все, я теперь хуй знает где возрождаю. Серьезно? Да? Ну как, вот же тут еще раз... Короче, Гайс, тогда предлагаю на новый сервер пойти. Ну сейчас, погоди, Илья сможет тут зарезать? Так не, да он, не говорит, не может. Уже, все, я нажал, блять, и... Суицид, нажми еще раз, и откам. Нахуй ты меня убил, объясни. В смысле? Я чувака убил, вы как-то одновременно умерли, я не знаю, что произошло. Нет, все, я не резвый больше в камере. Короче, просто... пойдем тогда другую игру сделаем, мы уже знаем, что сделать, чтобы построить дом его. Просто. Потом мы сделаем его очень комфортабельным, но сначала нужно построить просто сраную вот одну балку хотя бы, да? Короче, один фундамент, 4 балки, 4 стены, 3 стены, дверь, этот самый порог. И потолок. Все, это все, что нужно нам будет. Построим это, и потом уже будем делать грязь всякую. Давай, а ну как-то получается, надо выяснить, как стену удалять, то есть потом ты просто потолок удалишь один, и типа... Это уже другое. Это уже потом разберемся. Кстати, а чё? Давайте. Илья, слушайте, нас закрыли, гайс. Как закрыли? Смотри, тут эту хуйню построили, поставили. А меня убили, я не могу ничего смотреть. Понял. Короче, ладно, давайте тогда на другой сервер сейчас пойдем, такое предложение. Давайте. Все, короче, тогда с этого я ливаю. Задержку стрима 2 часа поставь. Задержку стрима, кстати, да, наверное, в этой игре будет заебись, если поставить. Тут, кстати, вообще, да. Я, в общем, сейчас, ребят, тогда 2 минутки дилея поставлю все-таки, потому что как-то тяжеловато здесь так. Вот, и сейчас, соответственно, мы вернемся. Короче, я не пойму,